В танцевальном коллективе «Гела» занимаются более 50 человек. Кристина Мурзина пришла сюда еще подростком. Сегодня она репетитор. Девушка помогает руководителю ставить постановки, в которых и сама принимает участие. Звание «Народный» – частичка заслуг каждого участника коллектива. И за успех команды Кристина радуется, как за свой собственный. Когда нас просмотрел уже соответствующий жюри из Министерства культуры и оценил наши заслуги, присвоил нам звание народного коллектива. Это, конечно, была очень большая радость для нас, как для коллектива, который работает в разных направлениях и очень давно существует в городе Саровский Травяцнеев. Танцы – это не просто искусство, а тяжелый спорт. За той красотой и легкостью, которую мы видим на сцене, стоят многочасовые изнурительные тренировки, слезы, порой травмы. Но результат стоит всех этих усилий. К званию народного коллектива «Гела» шла не один год. Шли мы долго к этому званию, развивались, старались, занимались. Мы все очень счастливы и очень гордимся. Потому что это труд, большую часть жизни они оставляют в этом зале. Когда получаешь звание, это очень приятно и стимулирует дальше развиваться, что-то дальше делать. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.